Привет. Привет. Мы на канале есть. И сегодня мы будем садик Доктор Панды играть. Да, детский сад Доктора Панды. Давай, нажимай кнопку. Поехали. И детский сад загружается. О, какая интересная комната. Кто это к нам пришел? Мишка. Мишка? Ой, привет, Мишка. Да, он любит кататься на лошадке. А это обезьянка. Она любит прыгать на шаре. Вот это да! Котенок! Ой, да он катается на скейте. Ничего себе! Вот это детский сад! Смотрите, какой веселый, да? Смотри, Алис, к тебе кто-то пришел. Да, это слоненок. Он тоже хочет. Ой, они вместе катаются. Вот смешные, да? Опусти. Да. Он не хочет отпустить скейт. Ну, пусть покатается. Значит, котенку очень нравится. Он не хочет просто делиться ни с кем. Ну и ладно. А можно... Что здесь еще можно делать? О, смотри. Теленок умеет крутить обруч. А слоненок просто сидит на стуле. Смотри, там кубики есть. Ну, кто-нибудь будет играть? О, это паровоз. Он умеет ездить, да? О, это кухня. Наверное, наши ребятки проголодались, да? Папа, ну смотри. Ой, это же мусорка, да, такая, видеоутенка, которая говорит ква, когда убираешь в нее вещи всякие. Ква. Да, давай возьмем зверюшек. Ква. Кого мы из зверюшек пойдем кушать? Медвежонка, да. Да, что это такое? Ой, мы вымыли стакан, да? И поставили его. Как интересно, смотри, можно еще вымыть стакан. Это, наверное, грязная посуда, которая осталась. Да? Яблоко тоже можно вымыть? Да. Да, смотри-ка, яблоко тоже можно вымыть. Интересно. Да, и чашечку поставить сюда. Ну давай, мы будем кормить. Рождения. Кормить наших зверюшек будем. У них будет день рождения. Да? Ой, они кушают так. Смотри, это обезьянка пришла, да? Давай мы их накормим. Давай? Да, правильно, мусор выкинем. Кто будет яблочко? Обезьянка, смотри, она. Ой, огрызок остался. Ничего себе. Да? Вот так так. Угу. А это что, это хлопья были? Да, хлопья. Здорово. То есть они поели хлопья у нас. Вот это да. И тарелку даже вымыли. Только она что-то не хочет. Ой, куда она поставилась совсем наверх. Да, а что это у нас еще? Окошки. Ой, смотри, окошки закрываются. Да, это я тиродение. Да, это еда в темноте, может быть? Нет, у них будет тиродение. Понятно. Смотри, все собрались, все в сборе, да? Давай мы сначала... Это торт! С днем рождения тебя! У кого день рождения-то? У котенка? С днем рождения, котенок. С днем рождения тебя. Ура! Давай, как задувать свечки? О, задули. Супер, да. Давай. Откроем окошко. Ты что, не в темноте у тебя едят? Слышишь? Откроем окошко. Вот. Да. Ну, сколько много еды в холодильнике? Ничего себе! По-моему, у тебя там тортик завалялся где-то, да? Мишка захотел еще один тортик съесть целиком. Вот это обжора! Ой. И выкинули остатки. Правильно, нечего мусор кладить. Сосиску съел. Да у тебя Мишка пошел прям. И что, и молочка выпьет? Может, его нужно налить? Смотри, кофе с молоком или чай? Это чай, наверное, да?
Ой, смотри, Мишке понравился чай. Да. Хоть дождик за окном, правильно. Что еще делать? Сидеть и пить чай, да? Ну смотри, остальные зверюшки-то у тебя голодные. Может быть, ты всем зверюшкам? Нет, они... дашь еды? А мне. Да? Ну, обезьянка поела яблочко. А смотри, что тут есть. Это колпачки веселые. Что с ними можно... О, да их можно одеть, смотри-ка. Вот это теперь настоящий праздник, действительно. Все детки в садике одели праздничные колпачки. Да. Только у них будет еще один праздник. Еще раз? Это, наверное, у кого-то другого день рождения уже, да? Я тебе скажу сейчас. О, радуга появилась! Ура! Ой, а это доктор Панда? Да, дождик. Как быстро меняется погода, если долго смотреть в окошко, да? О, привет, доктор Панда. Да. Да. Угу, давай-ка посмотрим еще разок, что у нас тут получается. Вот, зверюшки, это, наверное, следующий день наступил, да? И зверюшки приходят играть опять. Кто любит на мячике прыгать? Вон, смотри, обезьянку привели родители в садик. Лошадку. Да? Цвет раз. Угу. Она будет играть. Да. А это да. Я смотрю, тут очень много вещей есть, да? Их можно одевать, наверное, Алис? Нет. Нет? А что там за шапки какие-то сидят? Смотри. Угу. Опа. О, это же двор, ты посмотри. Здесь, наверное, зверятки любят играть, да? Смотри, мы теленка забыли. Он стоит, ждет за дверью, когда кто же его возьмет. Да. Вот так. Мячик, ты добавила его? Да. Оставили всех, пойдем во двор купаться. И развлекаться, да? Вроде как они купаются. О, да, смотри, у них у всех есть спасательные круги, чтобы они не утонули. И они купаются, кусочек, вот здорово. Он любит батуте. На батуте? Смотри. О, это же ракета! Улетела. И шарики улетают. Ну, здорово. Как интересно. Ага. О, кошечка встала и ей... И ты ей дала шарик! Как здорово! Теперь шарик есть, да? Смотри, у коровки есть шарик. Как интересно. Всем можно раздать по шарику, да? Все довольные зверята. Да, малыш? Все, по-моему, у всех уже есть шарики. Да. Здорово. Теперь она будет купаться. О, она села. О, она тоже купается. Все купаются в бассейне и с шариками. Вот это да. Эй. Эй, куда? Ой. Что, она катается на горке? А на качелях можно покататься здесь, как ты думаешь? Я вижу качели. Да? Вон, давай посмотрим. Эй, два шарика? Саня, ну два шарика? Ну ты даешь. Теленок, ну ты такой. Ой, два шарика взял. Всех по одному, у него два. О, ты посмотри, они начали кататься. Здорово. Он мальчик, а он девочка. Ага. Ой, котенок с горки скатился. Мальчик, у мальчик. Да. Да, ну ничего, мы вернулись сначала. Сейчас еще посмотрим, что там есть, да? Там же, наверное, не все комнаты мы еще посмотрели. Да? Давай, запускай, кто у нас придет. Смотри, кровать. Кровать.
палатки, да? Это для тихого часа, наверное. О, это же целая музыкальная студия! Вот это да! Здесь можно играть на музыкальных инструментах, да? Наверное, сюда нужно приглашать кого-нибудь из зверюшек. Кошечку. Кошечку? Да. Кошка. Давай, вот она. Вот сюда. Поспать ее положить? Ого! Даже мне спать захотелось. Такая там здоровская у них спальня. Сейчас еще один ведер. Ну, давай. Еще один ведер. Слоник. Угу. Слоничек сюда. Слоничек сюда? Смотри, какие у него улицы. Ой, да. Смотри, его обезьянка. Обезьянка пришла. Смотри. Что? Во. Давай наверх пойдем. Котенок уже давно спит, а остальные что-то не хотят, наверное. Или ты их тоже решил уложить? Да. Не хочу. Ну, давай. Спать. Хотят? Тогда пусть спать ложатся. Клёвочку. Да, смотри. Тун-тун. Баю-баюшки, баю. Да. Не ложись на краю. Вот они качаются. Да? Да. Ой, Мишка проснулся. Ты куда побежал, Мишка? Ой, какой шалунишка. Он решил на самокате покататься, пока все спят. Вот это хитрый Мишка. И теленок проснулся, и слоненок, и обезьянка. Кошечка тоже проснулась. Вот они, да. Наверное, все хотели на самокате. Наверное, смотри, окошко давай. О, пора вставать. Куклику, куклику. Да, окошко открываем. О, сразу светло стало, да? Интересно. Доктор Панда, привет! Вот, а теперь они решили устроить игру на музыкальных инструментах, да? Как здорово! У них здорово получается, да? А мы сидим, да, мы зрители, мы смотрим, как они играют на этом концерте и хлопаем им. Ура! Молодец, зверята! Как здорово у вас получается играть! Ура! Молодец! Молодец! Да, все, и концерт окончен. Да? Идется сюда. Вот, мы играли в такую замечательную игру «Доктор Панда. Детский сад», да? Тебе понравилось? Да. Здорово. Теперь ситик. Да, теперь мы скажем всем пока-пока. Будьте лайки, подписывайтесь на канал и отчитесь. Пока-пока. Пока-пока.